земля, это вот что-то такое живое, неизвестно во что, посадить маленькое семечко, в котором уже все заложено. Что из него будет? Не зря назвали земля матушка. Вот. Так что тепленькая матушка выращивает, дает нам. Когда опоздаю, то я прихожу, говорю: ребят, вы уж меня извините, не успела я к вам, вот 2 дня не видела вас. Как вы тут без меня? Забываешь про болезни, забываешь про невзгоды, забываешь вообще о неприятностях. И очень хочется стараться. Не просто так, а именно с удовольствием стараться. Для чего это все? Не только самим радоваться, но и радовать других. И вот мне это очень нравится и очень хочется здесь трудиться.